Мы просто на полном приводе едем, да? Да, без... Без всяких прибамбасов, вообще. Блокировок. В принципе, тут его достаточно, на самом деле. Мы там сейчас будем вывешивать его диагонально. Там также хватает, то есть он не застревает, не висит, ничего, то есть проверяет полный. Ну тут такая легкая трасса. Я думал, тут такие горы будут. Въезд под 45 градусов, съезд под наклоном, по диагонали. Съезд 40 минут. Вот крутой съезд, да? Спуск. Это на ходы подвески, как слоновий шах называется? Слоновий шах будет дальше. По боковой поверхности. Ну, вон там большой же ход подвески. Это вот здесь диагональное вывешивание? Да. Да? Здесь уже включаете какие-то блокировки, нет. Да? Нет? Эти призвуки, да, как раз подают. Теперь проезд через брод, да? Здесь умеемся.